Сегодня мы вспоминаем тех, кто штурмовал эту твердыню. Вспоминаем с благодарностью всех бойцов Советской Армии, моряков военно-морского флота, летчиков, которые, не жалея своей жизни и самой крови, штурмовали эту твердыню. Они знали, что они несут свободу народам, свободу советскому народу. Знали о том, что будет прекрасная жизнь на земле. Поэтому мы всегда будем помнить подвиги наших героев, которые золотыми буквами вписаны в нашу историю. Сегодня мне хочется поздравить всех молодых воинов, ветеранов с этой торжественной датой. Пожелать всем успехов во всех их делах, пожелать хорошего здоровья и уверенности в том, что наша страна будет подниматься все выше и выше к новым высотам в экономике, в культуре, в процветании. С праздником, дорогие товарищи! Мы понимаем, что когда-то придут совсем другие даты. Не будет больше ветеранов, их не останется в живых. Ни рядовых, ни офицеров, ни покалеченных, ни целых, ни благородных генералов, ни бывших зэков рот штрафных. Кто им потом придет на смену? Кого придется звать на сцену, чтоб окружить своей заботой, когда нагрянет юбилей? Подряд уходят ветераны, им ветер обдувает раны, их ордена лежат забыты, а имена горят сильней. А может, это все логично, но очень больно, если лично. Я с этим связан был и даже не понимал тогда всего. Мне раньше искренне казалось, что деду много жить осталось, но уж который день победы мы отмечаем без него.